Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал Национально-исследовательского ядерного университета МИФИ, как и весь Ульяновский регион, активно помогает семьям и участникам СВО. Меры поддержки разные, но для каждого находятся свои. Детям участников СВО и самим защитникам Отечества выделяют бюджетные места и помогают с поступлением. С прошлого года действуют федеральные квоты во все вузы для поступления для детей участников СВО. У нас таких ребят по прошлому году поступило 5 человек по квоте. Соответственно, на сегодняшний момент в детине ЯО МИФИ обучается 22 человека и семей участников СВО, и непосредственно участников СВО. Также федеральным законом предусмотрено, что в случае, если имеются бюджетные места, то на заявительной основе эта категория студентов имеет право переводиться на бюджет. Еще одна мера поддержки – личная инициатива депутата Государственной Думы Владимира Кононова. Он учредил именную стипендию. Первым денежное вознаграждение за доблесть на СВО и хорошую учебу в ВУЗе получил второкурсник Димитровградского инженерно-технологического института. То, что вы выбрали специальность ядерная физика, это, ну, во-первых, в десятку, потому что это город ядерщиков Димитровград, во-вторых, здесь строится уникальный новый реактор, научно-исследовательский институт атомных реакторов. Вот пусть эта небольшая скромная наша помощь, моя в частности, идет на пользу, на покупку учебников, вот, на какие-то информационные материалы для того, чтобы вы учились хорошо и брали как можно больше знаний. Военнослужащий обучается заочно на отделении конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Сдав сессию в ВУЗе, он продолжит службу в зоне СВО. За отвагу и доблесть молодой человек награжден многочисленными медалями Министерства обороны. Светлана Карпухина, Улправда ТВ.